Всем доброе утро. У меня вылез прыщ просто. Это я цинковой мазью намазалась. А еще сделала этот свицин на голову. И волосы такие, кажется, объемные. Прям капец. Сейчас буду готовить завтрак. Пока, правда, еще не знаю, что приготовить. Наверное, девчатам омлет сделаю, а себе скрамбл. Я хочу скрамбл. Мне вчера так понравился. Думаю, я его 100 лет не делала. И тут... И тут вот так. Думаю, ладно. Оп. Гущу все высыпем для моих скрабиков. Еще у нас там остался этот, я делала с банана, и про него вообще вчера даже забыли. Так что сегодня можно будет уже его доедать. Точнее, нужно будет уже доедать. Не то, что можно, а нужно. Перчатки валяются у меня. На улице такое солнце светит. Прям обалденное. Но градусов всего 3. Поэтому вряд ли там тепло. Но солнышко светит. И это хорошо. В общем, буду готовить завтрак. Дети будут вставать, будем Я что-то сегодня вообще опять проснулась, и вот и я же опять не встала. Но зато сейчас я встала, позанималась. Классно так прям это. Надо мячик найти. У меня было два теннисных мячика. Один я Варюше отдала, один отдала папе. И теперь у меня нет теннисного мячика, потому что Варюше найти не нужен. Куда он делся, непонятно. Я сегодня прям так хорошо поразминалась. У меня почему-то прям спина, говорю, вчера ничего не делали. То ли неудобно спала, то ли что спина прям такая. А так растянула, и все, прям вообще кайф. Кайф, кайф. Еще новое упражнение нашла, то, что мышцы порастягивать немножко. Вообще, прям с утра кайфушечки. Так, садимся завтракать. Девчатам приготовила омлет. Алене с сыром, Варюшке без сыра. А себе сделала скрамбл с помидоркой и завернула его в лаваш. Ну и у них колбаска. И будем доедать наш Еще десертик. Ну, лаваш. И булочки, кстати, вчерашние мама взяла, она положила. Так что всем приятного. аппетита. Леня. Я тут забег легкий совершила, сбегала до хозяйственного, боялась не успеть, он до 2 работает. Тут собаку намыла и быстрее бежать. О, сейчас еще без 10, даже без 15. Я, короче, успела бы. Но в хозяйственном ничего не было. Купила в другом магазине коврик. Сейчас буду его подрезать. И что ты за мной ходишь? Офигеть, он стоит, конечно. Он, короче, типа войлочный на резиновой основе. Надеюсь, кошка его быстро не раздерет. И надеюсь, он у меня там ляжет хорошо. И еще купила лезвие для ножа. Зашла тут в магазин. А там мальчики мне. Ну, там 2 мальчика, но один мне там глазки строил. Ну, это я уже привыкла. Поэтому приходите к нам еще. А я пошла купить. Мне нужно было вообще клей купить и вот эти лезвия. Я думаю, я сейчас обрежу пену там на входе. У меня запенена дверь, а с уличной стороны, со стороны подъезда точнее, там не замазано. Вот мне нужно было клей купить. А у них его нету. Ну, я говорю, приходите к нам еще. Я говорю, а что приходить, у вас нету того, что нужно? Ну, может, будет когда-нибудь. Ой, короче, смешно. Сейчас будем подрезать, посмотрим, что из этого получится. Сейчас коврики те маленькие, двойные, выкину. Точнее, я не выкину, я сейчас один положу на вход возле двери. И посмотрим, как это будет. Они так сегодня резали, это вообще... У них ножницы не режут. Они какие-то... Начала тетка отмерять. Начал парень отмерять. Тетка у него забрала. Это где я покупала коврик. Там хозяйка. Постоянно сидит хозяйка. И она постоянно у всех работу забирает. Она боится, видимо, что они что-то не так сделают. Ну и, в общем...
забирает у них работенку их. Парень отмечал, там отмечал, ну, короче, отмерял мне эти метр с лишним. Ну и все, и она у него отобрала, сама отмерила, сама начала отрезать. Я думаю, да ну, пусть бы он бы резал. Ну, она, правда, сама накосячила, не так начала резать, у нее ножницы не туда пошли, еще что-то. Короче, она больше отрезала, потом по полосочке еще отрезала. Ну, короче, интересно. Так, сейчас покажу, что это страшный коврик. Сейчас мы его вытрясем и положим, он двойной, и положим один на вход. Один пока я уберу. Сейчас здесь все помоем и застелим тут, посмотрим, что будет. Да-да, вот такой вот коврик у нас получился. Что-то как-то там как будто можно было еще миллиметрик подвинуть. Ну-ка, сдвинется туда. Что-то вообще не двигается, очень классно лежит. Кошка уже любуется им тут ходит. Ну, блин, по сравнению с тем, он прям вообще кайфовенько. Я старалась максимально вырезать, чтобы он прям ровненько лежал. Ну, мне кажется, вообще прикольно. Ногами ходить прикольно, но вот если сидеть через мои штаны вот эти, он прям прокалывается такой колюченький. Кошка делает. Я сейчас бы царапать его, она тот драла вообще ковер. Этот, я думаю, тоже будет. Ну, тут вот щелочку тут надо еще, мне кажется, чуть-чуть поближе. Там, главное, классно получилось здесь. Чуть-чуть шель. Так что надо сейчас ее двигануть здесь. Еще запас есть, можно двигануть. Сдвинула. Вот так вообще идеально. Красота. Собралась приготовить что-нибудь уже ужин. Мы с девчатами в обед попили чаек. А со всякой фигней у нас там казинаки, все пооставалось. Короче, мы так чаечек попили. И сейчас буду готовить. Хочу приготовить гречку. И Варвара у нас гречку не особо любит. Ей спагетти длинные. Ты грибушь гречку буду? Ну, короче, неважно. Приготовлю гречку и спагетти. Хочу себе сделать. У меня есть тунец. И с тунцом хочу сделать гречку. Пережарить еще такую. А девчатам сейчас разморозится курочка. Маленько курочки поджарю. В лапше, чтобы не просто лапша была, а курочка. В общем, гречку поставила в мультиварку варить. И там вообще самое классное варить в мультиварке. А тут уже буду все остальное готовить. У девчат будут макароны с жареной курочкой такие. А себе приготовила, сейчас покажу, что. Тут гречку я отдельно отварила и обжарила лук, морковь, там чуть-чуть чеснока и тунец, который в баночке. И все это смешала. И это очень вкусно пахнет и выглядит вкусно. И сейчас будем ужинать. Меня покажи. Меня покажи, показываю тебя. Потом я покажу вам дом, который я построю. Хорошо. Поешь и пока. Варвара, который хотела показать, как всегда, у нас тут застройки. Заходи. Захожу. Угу. Туда надо заходить? О, можно я отсюда? Ты туда свет провела? Угу. Проведенный свет. Давай рум-тур по твоему жилищу. Да, рум-тур по дому. Собака. Угу. Это просто провод закрывает. Подставка для книги. Тут все, там краски, фломастер и так далее. Тут тетради. Кейс. Сторонний скотч, книж, книжка, одеяло, и шторы. Одна игрушка, вторая игрушка, третья игрушка, подушка, 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 плед. Все, квартира закончилась. Все. Та-ра-ра-ра-рам. Будем молчать. Варвара помылась уже, накупалась в ванной. Сегодня захотелось ей ванну покорить. И покорилась. Пришлось голову еще раз мыть. Там третий раз. Там... Четверг, суббота и сегодня. Ну ладно, чистая будет. Третий раз. Лёшечка, все, сейчас поедем собираться. Я уже все вещи поперегладила, к школе все подготовила, сейчас осталось только сложить на Марихины спортивные вещи, чтобы
чтобы она завтра не забыла. Ты зубки почистила? А? Точно, 100%. Варвара собирается уже с тысячи миллиардов спать ложиться. И мы решили с вами попрощаться. Всем спокойной ночи. И всем пока-пока.